Убегает, убегает, убегает автострада, вырастает новый дом. Позовите, 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 если надо, а уж мы не подойдем. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом. Сегодня нам исполняется 50 лет. Это большая дата в нашей жизни. И несмотря на все сложности и трудности, нам удалось прожить эту жизнь насыщенно, плодотворно, выпустить порядка 17 тысяч студентов. Нам удалось собрать в единое целое и строительное направление, и архитектуру. То есть мы сейчас практически замкнутый цикл. У нас 8 кафедр, из которых 4 являются выпускающими кафедрами, в том числе и градостроительного направления. Кафедры возглавляются ведущими учеными. Нам удается сбалансировать учебный процесс и научный процесс. Наши ученые работают в области сейсмики, в области сложного рельефа, градостроительных задач. Нам удается расширяться не только с точки зрения научных целей, но и образовательных, учитывая наш переход в Российскую Федерацию и создание такого крупного университета современного, мы получили определенные возможности по расширению направлений, профилей. Мы создали сейчас 2 новых профиля. Это экспертиза управления недвижимостью, это информационно-строительный инжиниринг. Мы выиграли несколько грантов по магистерским программам. То есть факультет живет серьезной такой позитивной жизнью. Я всегда, когда читаю лекции, я говорю так студентам, что если вы видите, что в городе хоть несколько кранов крутится, работает и что-то строится, считайте, что страна живет. Экономика работает, инвестиции идут. Сейчас сложился коллектив на факультете очень актив. Мы это поняли тогда, когда стали проходить аккредитацию при переходе в ВУЗ. Коллектив работал как единое целое, не было никаких сбоев. И в течение полугода нам удалось подготовить документацию и пройти аккредитацию. Наши успехи или наши поражения, они невозможны без людей. Во-первых, это преподавательский состав, тот, который сейчас действует на факультете, который действовал, и на плечах которого мы стоим. Фактически, да, они являются нашими праотцами, дедами там. Мы сохраняем эту преемственность вузовскую. И наши студенты. Мы очень гордимся нашими студентами, это совершенно однозначно, их много. И на каждом празднике выступаю, я всегда говорю, нет ни одного учреждения, в том числе и КФУ, кстати, центральное участие, в которой нет наших выпускников. Сам институт сыграл, наверное, ключевую роль в моей жизни, потому что у меня не было выбора другого, как бы, в жизни, когда я заканчивал школу. Я сразу знал, что буду строителем. И учитывая, что этот вуз был в Крыму все-таки, удачно сдал, поступил. Вот в этой компании, в строительной компании «Консольстрой» уже работают 25 лет. Ну, наверное, 80% работников, инженерно-технических работников, это выпускники этого вуза. Архитектурно-строительному факультету благополучие, хорошей плодотворной работы, как кузницы кадров, создание и укрепление ее базы и в дальнейшем продолжать ту важную, очень необходимую работу по подготовке молодых специалистов, которую так необходимо сегодня в Крыму, в первую очередь, конечно, ну и в государстве. Хочу поздравить свой родной факультет, который закончил много лет назад. Пожелать ему в новых условиях уже в российском Крыму, в составе федерального университета, получить дальнейшее развитие, сохранив все те традиции, которые были основанием этого факультета, которые дали Крыму сотни замечательных руководителей, которые фактически внесли большой вклад в развитие и становление нашей республики. Вот 50 лет – это такой срок, когда хочется подводить итоги и намечать какие-то планы. Я хотел бы пожелать тем людям, которые со мной работают, с нами, чтобы мы видели четко свою цель. Как говорил Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр. Если он знает это, то тогда
факультет развивается. Если он этого не знает, то тогда факультет умирает. Мы считаем, что сейчас все знают свои задачи и цели. Цели определены. И я хотел бы пожелать, чтобы мы этих целей достигли. Как говорил наш ректор, он сказал, что мы единым организмом станем тогда, когда мы будем чувствовать себя не Академией средств архитектуры или факультетом, да, а мы будем чувствовать себя Крымским федеральным университетом. Вот когда мы это почувствуем и начнем говорить на одном языке, тогда мы будем действительно мощнейшим вузом в Крыму. Мы надежная, надежная, надежная бригада, и один у нас ответ. Если надо, если надо, если надо, значит надо, никаких вопросов нет. Что нам стоит дом построить, просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, и в хорошую погоду подвести тепло и воду, и только потом начать и кончить новый дом, и только потом начать и кончить новый дом. Поэтому факультет наш особенный, и хотел бы пожелать ему развития дальнейшего, повышения качества преподавания, ну и хороших студентов. Поздравляю всех сотрудников, всю нашу крепкую и дружную семью с таким большим знаменательным моментом и желаю наилучших факторов развития, стремления к процветанию и гармонии. Встречая и общаясь с выпускниками нашей кафедры строительной конструкции и беседуя с ними, а их тысячи этих выпускников, я получаю истинное удовольствие от проделанного, о том, что каждый из нас вносит посильную лепту в процветание нашего Крыма, нашего полуострова и в целом нашей страны, России. Выходя из этого вуза созидателями, то есть строителями, и если они действительно пойдут работать по специальности, пройдет много-много лет, и он будет, этот выпускник, вести с собой внука и говорить, что вот это построил я, это построил я и так далее. Новых научных побед, кадров, хороших студентов, магистров, а мы будем всегда помогать нашему любимому факультету нашими научными разработками, студенческими работами, участием в олимпиадах, конкурсах и различных мероприятий. Удачи в творческой работе всем преподавателям, талантливых, умных студентов, достижений в научном плане, в плане исследовательской деятельности, ну и, естественно, личного благополучия всем. Хотелось бы пожелать успехов всему творческому коллективу, долгих лет жизни, ну и самое главное, наверное, мирного неба нам всем над головой. Совершенствовать образовательную нашу деятельность, улучшать, повышать уровень выпускаемых специалистов, чтобы следующие 50 лет для факультета прошли очень успешно. И дай Бог нам всем встретиться лет через 50 на 100-летнем юбилее. От лица всех студентов поздравляем архитектурно-строительный факультет с юбилеем! Поздравляем!